Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Совете Федерации готовятся поправки, которые разрешают использование при ремонте авто в рамках ОСАГО подержанных запчастей. Речь идет о комплектующих, не влияющих на безопасность, подчеркивают сенаторы. В список могут включить, например, бамперы, капоты и крылья. Также обсуждается вопрос увеличения сроков ремонтных работ с 30 до 45 дней. Последнее объясняется дефицитом запасных частей. Трасса 101. Российские автосалоны снова потребовали ввести серьезную ответственность за скручивание пробега, наказание, крупные штрафы и даже лишение свободы. Кроме того, есть предложение обязать автовладельцев передавать данные о пробеге в государственную электронную систему при каждом оформлении ОСАГО. По оценке экспертов, манипуляции с одометром были у каждого третьего автомобиля на вторичном рынке. Трасса 101. ГИБДД напоминает автомобилистам, государственные регистрационные знаки должны быть читаемыми в любой ситуации. Не учел это 52-летний житель Омска, который закрыл номера табличкой с надписью «Мафия невесты». Сердца инспекторов не смягчил тот факт, что автомобиль двигался в составе свадебного кортежа. Они составили на нарушителя административный материал. Теперь водителю грозит наказание в виде штрафа 5000 рублей, либо лишение прав на срок до 3 месяцев. Трасса 101. У российских дилеров появилась китайская альтернатива Tesla Model 3. Электрокар носит название NIO ET5. Цены на него начинаются от 4 300 000 рублей. Машина приводится в движение двумя электрическими моторами общей мощностью почти 500 лошадей. Разгон до сотни занимает чуть более 4 секунд. В салоне установлены спортивные кресла с массажем и вентиляцией, цифровая приборная панель, мультимедиа с большим дисплеем. Среди функций есть системы автоматической парковки и кругового обзора. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».